Бойкая торговля на самых больших улицах города развернулась с раннего утра. Перед праздниками на ярмарке особенно оживленно. Запастись продовольствием пришли даже сказочные персонажи. В изобилии товаров они уж точно не растеряются. Снегурочка заранее знает, что должно быть на праздничном столе. Много мандаринов и много шампанского. Другие посетители оказались прагматичнее. Пакеты наполняли менее праздничным, но более калорийным провиантом. Кто мясо по 130 рублей за кило скупал, а кто в очередь за солнце в скорлупе становился. В 26 рублей обошелся горожанам десяток этого продукта. Хотя меньше 30 никто и не брал. Ведь яйца – незаменимый ингредиент практически любого салата. Много не беру, только покушать. На Новый год я покупаю продукт, вот запастись. В деревню хочу съездить, поздравить друга. Ну и какой же праздник без волшебного сундучка? Сладкие подарки – незаменимый лидер продаж. Яркие сюрпризы охотно раскупают в качестве сувениров и для взрослых, и для малышей. Продажа идет нормально. Для такой погоды хорошо идет. Больше всего пользуются неваляшки, быки, символ года. После такого масштабного шопинга даже череда застолий не страшна. А это значит, встретить Новый год горожане готовы. Алена Бушуева, Денис Песков, Вести Мордовия.